Кого трава в зубах застряла? Рассказывай. И на языке травинка. У кого? Лавруша там в тени стоит, пасется. Я сегодня писала сторис, показывала, как Рубикон впервые встал на коляску после болезни. Дело в том, что у него еще сохраняются неврологические отклонения, и у него очень слабо держали передние лапы все эти дни. То есть он начал у меня вставать после того, как он приехал из стационара на передние лапы. Ну, он мог заваливаться и не всегда уверенно на них держался. По комнате он перемещался мало, в основном он лежал. Простите, у меня слабая связь сегодня. Я уже не знаю, что делать. Я оплатила интернет специально, зарядила телефон, перезагрузила телефон для того, чтобы была связь, но уже два обрыва связи было. Я начала рассказывать, что Рубикон после выписки из стационара продолжает иметь некоторые неврологические нарушения. Они связаны с опорно-двигательным аппаратом, то есть его передние лапы были слабоваты, и по комнате он ходил только тогда, когда видел еду. Ну, он понимал, что я ему даю еду, вставал и бежал вперед. Все остальное время он предпочитал лежать, переворачиваться сбоку на бок, там, ну, тоже, опять же, лапками, тер себе лицо, если ему хотелось, но особо не двигался. И вот сейчас я поставила его на коляску. Во-первых, это было очень сложно. Вот, смотрите, у меня здесь есть бинтик, который мы его уже дважды бинтовали, ему мордочку, потому что он огрызался и кусался. При том, что сначала я поставила его на коляску один раз нормально, но потом он навернулся, и нужно было переставлять его уже дважды. И там он кусался по-серьезному. Ему не нравится, когда его трогают сейчас. Вот. И пришлось ему даже морду бинтовать для того, чтобы снова поставить его на коляску. Сначала он стоял и не понимал, как ходить. Забыл абсолютно свою колесницу. Но это не связано с тем, что он на нее не вставал неделю, конечно. Это связано именно с его заболеванием, которое дает вот такие вот побочки. Даже не побочки, а скорее назовем это отходняком. А потом он встал и побежал, и очень хорошо сейчас двигается уже. Я записала это на видео. Я показала это в сторис, но я еще отдельно выложу видео с рассказом об этом, чтобы сохранилось для истории, да, для истории нашей семьи. Так что Рубикон чувствует себя хорошо, снова стал ходить на колеснице. Вчера он ел не только консервы, но то же самое, что все остальные собаки, то есть снова натуральную еду. Я очень удивилась, что он ей заинтересовался, потому что мы сейчас в ожидании рыбы, я говорила, у нас детокс, у нас собаки едят кашу с фаршем, в то время как они уже давно едят только чисто или мясо там, ну, фарш, да, и субпродукты, или рыбу. Кашу мы очень давно не давали, не заказывали. Это тоже можно, кстати, отследить по моим ФБЖ-растраты. То есть у нас очень давно не было чеков по крупам, и вот сейчас они пригодились, они долго там в залежах лежали, наши крупы, и они пригодились в ожидании рыбы. И Рубикон вчера, вот видите, как он погнал за Лаэртом, Рубикон вчера совершенно волшебным образом, когда мы стали кормить спальню, подорвался со своего места, пробежал через всю комнату и начал есть кашу с фаршем. Это меня очень удивило, потому что он еще до этого три раза ел консервы. Домра пришла, Домре жалко. Ой, жарко Домре, она уже язык завесила себе на бикрень, устала. Так, там вафельку не видно. Пошли сюда. Значит,
А, успел подцапаться Рубикон с Веспасианом очень сильно. Сейчас покажу Веспасиана, собственно, он там где-то застрял. В районе питьевой воды. Сейчас я дойду до туда. А, вот и ты. Я тебя вспоминала. Вот есть такая поговорка, вспомнишь, и оно сразу, вот посмотрите, как он красиво сейчас выглядит. Рожь красивая. Ну, если вам видно, думаю, что видно. Вот он подцапался только что. Какая-то умничка с Рубиконом. Теперь злобно жрет траву. Простите за то, что связь у нас сегодня так подводит, но это не моя вина. Я все сделала для того, чтобы у нас был комфортный эфир сегодня, но не везет. При том, что странно, обычно у нас в дождь такие обрывы связи. А сейчас солнечный прекрасный день, по идее, не должно быть никаких проблем с передачей. И картинка должна быть хорошая, но, видите, не получается пока что. Чего вы там чахнете у ворот? Идите гуляйте. Стоят. А, там Дима, понятно. А я думаю, что они туда все пришли, стоят там. Вилялки. По какому поводу собрание? Вон, сухой корм сегодняшний. Рыбу ждем. Уже все истратили. Теперь сушку стали заливать. Сегодня у нас закончилась и каша тоже. Вот. И, собственно, мы купили сушку и залили ее. Так, Лавруша, Лавруша. Это очень неожиданно и неприлично. Ладно, я поняла, что вы здесь все стоите. Пошли гулять, здесь очень громко. Вон, навстречу Рубикону сейчас пойдем. Может быть, когда-нибудь нам зальют купальню. Мне зацвела уже даже дождевая вода, которая туда налилась за это время. Рубикош. Видите, у него поводок на шее? Это потому, что он сильно кусался. И зашел не туда, куда ему надо было. Он зашел в предбанник, откуда уже колеснички все идут в свою комнату, в свой зал. А Рубикош сейчас не в зале. И мне пришлось его выводить. Так он не дался, и пришлось одевать на него поводок таким образом. О, потому что его же в спальню надо будет возвращать, а не к своим. К своему пока рано. Потому что мне нужно контролировать его состояние. Отсматривать регулярно. Пришли. Еще у него, видите, выбрита шея. Это когда ему брали анализ. Забирали ликвор, спинномозговую жидкость. Ему выбрали шейку. И ты теперь такой красавчик. Стесняется немножко. Бабка Вильгефортис. Крутая женщина. Там вон дом с абраром ходит. Ну, сейчас вроде получше связь. Ребят, я бы хотела, чтобы вы не сидели вот здесь вот так вот, языки свесив, а гуляли со мной по территории. Мне жарко стоять на том месте, поэтому пошли. Вафелька, пойдем. Вафлюш, Вафлюш, Вафь. Ну, пойдем. Ну, Вафлин, ну, давай. Вредничаешь. Пошли. Пойдем гулять нормально. Ну, тоже жарко, они гуляют уже, в принципе, давно. Я пока подключала эфир, у нас уже часть выгула прошла. И некоторые подустали.
Рубикон, ты просто сегодня звезда, звезда дня. Еще Вардан сегодня приедет. Ну, Вардан на свою колесницу уже завтра будет вставать, потому что он приедет, ну, в такое довольно позднее время, и я буду занята уже другими выгулами, другими кормлениями. Так что со своим автотранспортом он будет знакомиться завтра. Стоило присесть, на меня сразу залезли две собаки. Когда мне пишут, что кого-то не видно, я обычно отвечаю: ну, простите. Мы тут не в армии, чтобы всех дозированно выкладывать в одинаковой степени чистоты. Сорян, Соряныч. Проверь, пожалуйста, спальню. Где? Спасибо большое. Примчали за тобой. Это они за тобой так бегают-то? Ну, а это прибежал. Ай, у нас жара. Я хочу, чтобы было чуть-чуть попрохладнее. Но так, в принципе, меня все устраивает. Я каждый день благодарю природу и вселенную, что у нас лето, потому что зима была очень сложной. Я как вспомню, сколько на мне было одежды, и как это было все тяжело на себе таскать, поднимать ноги из сугробов, вытаскивать сапоги эти по колено, эти пакетики между двумя носками, господи. Ой, как хорошо, что сейчас тепло и будет еще тепло долго. Потом, конечно же, я скажу, что все пролетело очень быстро. Ну, про зиму я не могу так сказать. Мне не показалось, что зима быстро пролетела. Мне показалось, что это была полярная ночь. Пришел ко мне Пильви, блестючий, довольный. Я бы сказала вилючий, если бы у него вилялка работала, но вилялка не работает. Поэтому все равно довольный жизнью. Так. А что ты там встрял, мой дорогой пес? Вот смотрите, водохлеб. Что ты там застрял? Упырь! О! Так, 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 тихо, спокойно. Не надо тебе... О, смотрите, холку поставил, хочет на конфликт. Тяжело с ним гулять. Дима говорит, его надо гулять отдельно, но я не могу себе позволить гулять его отдельно. Он в любом выгуле, ну, вот так вот начинает себя вести. У нас два спинальных выгула, два колясочных. Они сначала первые, а потом те, кто не дружит с первыми. Этот не дружит ни с кем. Не надо так делать. Перед ним просто все стелятся. Ужас. Он себя ведет асоциально. Водохлёб. Веспасиан. Смотрите, вот стоит и рычит. Он смотрит на собаку, рычит на нее. На Вильге Фортис он рычит, он ее не очень любит. Хотя он видит ее, ну, только на выгуле. И то не всегда она может не выходить. Да ты просто красавчик. Ой, какой ты красивый пес у нас с битой мордой. Он тоже, он как славный, он ходит по выгулу, ищет, кого бы унизить. Вот так вот, вот наорать, чтобы перед ним постелились, легли, живот показали. Ну просто вот прям... Притом вот это он, сука, сейчас проделал на ваших глазах, даже не с кобелем. Эй. А теперь Лавруш, смотрите, строит. Подошел и рычит на него в упор, вот. Он так видит ситуацию. Тебе не кажется, что ты ведешь себя плохо? Весенька, ты очень страшный пес. Все тебя боятся, тут даже я. Дима его выносил, говорит, ну, типа, забинтуй его морду. Ему, я говорю, нет, он нормально. Он в руки он дается нормально. Чего ты буянишь? Чего буянишь? На корм? Призываешь к себе еду? Лавруш призывает к себе еду. Вот ведрышки, пожалуйста, подвиньте, поставьте, пожалуйста. Почему они не подходят, да, ведра к тебе?
уткнулись, все виляют. Абрар. Рубикон попил воды. Рубикон, ты стоишь на солнце. Пойдем в тень. Ты случайно не застрял между этими штуками? Ты выйдешь оттуда, Рубикон? Или ты застрял? Давай, я тебя немножко подтолкну. Давай. Эть. Все. С ним сейчас нежненько надо. Так, нет, в ямку мы не падаем. Идем вперед. Идем вперед. Ты сейчас завалишься, снова надо будет тебя бинтовать. Вот так. Упырь водички решил испить. Лавруш, тебе привет большой. Вон он лежит, баки охраняет. Передала. Ом-ном-ном. Абрар, не советую подходить к нему. Это его баки. Просто запомни. Пойдемте куда-нибудь в тень. Пильве, пойдем в тень. Пойдем погуляем со мной. Молодец. Нет, нет, не домой. Пильве, еще не домой. Пойдем еще погуляем. Ты же гончая, ты должен много гулять. Тенечек. Я зашла в тенечек, боже. Только прибежал Рубикош. Смотрите, как он стал бегать уже. И походка легкая. Просто я доволен тобой, Рубикон. Очень довольна тобой. Ты молодец. Просто герой. Это тот, вот это чудо, которое случилось. Ну, я сама даже не верила в то, что я его еще увижу на выгуле, честно вам скажу. Слишком тяжелое было состояние критическое. Слишком тяжелое заболевание само по себе. Мы будем показывать или нет? Или все? Я ничего не понимаю, что мы видим, что-то не видим. Я ничего не вижу на экране, ребят. Мне только что просто позвонили рабочие и сказали, и потребовали денег, прям в приказном порядке. Я сказала, я вам уже, блин, и в долг давала, и вчера платила лишнюю 1000. Не останавливаемся, вперед идем. Привет, Рокот. Привет, дорогой. Вот, пошли где красивенько. В лесочек, там тень. Веспасиан ищет, кого бы унизить. Ты хоть травку пожуй.
Займись нормальным собачьим делом на выгуле. Ходит, высматривает. Пырезлобный. О, а когда он никого не видит, кого унизить, он скулит. Угу. Не, никого нету, дорогой. Смотрите, как Рубикон отлично управляется с коляской. Прям такая походочка легкая, да? Молодец, умничка. Рубикон, умничка. Ты мое сокровище. Травоньку решил пощипать. Вот нормальная собака. Хороший песенька. Ой, задний ход ты умеешь давать уже снова. Научился. Какой ты молодец. И разворотику тебе удается. Не-не-не, весь, Веся, весь. Не надо с Рубиконом, пожалуйста. Веся, пойдем, пойдем. Да, да, тебе говорю. Угу, нет, говори, говори. Ребят, пошли вдоль заборчика. Там очень красиво, пошли. Пошли, пошли, пошли. О, сейчас завой будет. Дневной запой. Я пошла к забору, вы как хотите. Сейчас авось кто-нибудь ко мне придет. Ну? А Эрт хочет ко мне. Давай, Рубикон, молодец. Ходить надо, давай. Не тормозим. Вафелька, вафелька, слепнир. Все ко мне собираемся, пташки. Это мой корпус заголосил. Вот, отличная вереница колесничек. Колеснички пошли. Так, Пильве там, ломая березы молодые. Озорной конь бежит по траве. Выше лица уже трава. Рубикон, не тормози. Ты тормозишь сейчас всю вереничку. Пошли. Эти тоже здесь. Пошли, пошли. Я вас недаром позвала не стоять, а ходить. Ребят, пошли. Пошли ходить. Так, колесиками не зацепляемся, в ДТП не попадаем. А, чтоб сейчас псиномат не упала, спиной идет. Вафля, как самый умный, решил обойти все. Слепнир присоединился к нам. В гонке участвуют, это называется. Так, Слепнир выходит. Лидерская позиция у нас у Вафельки. На втором месте у нас Слепнир. Домры вообще не видать, она не участвует в этом забеге. И замыкает шествие Абрар. Абрар, ты тормоз. Нет, ну, Лайерт, но он без колесницы у нас сейчас. Только колесницы считаются. Вафли, чё тормозим? Вперед идем. Всех расталкиваем. Смотрите, как он, как кабачок просто. Еще и мух ловит, походу. Бежит и ухитряется еще мух ловить ротом. Ну что, Вафелька, несмотря на твой вес, у тебя будет желтая майка лидера. Кто-нибудь подарите Вафле, пожалуйста, желтую майку. Я его буду на выгул в ней выпускать. Или желтую бандану. Вот, кто хочет сделать подарочек нашим собакам, можно банданы сделать с финальником, они будут модные. У Вафли должны быть желтые. Вообще у нас всегда лидером был Пильве, и он носил даже желтую попону одно время, но зимой. Но с появлением Вафли и его темпераментом, несмотря на его вес и телосложение, выяснилось, что, оказывается, и толстые собаки могут быть быстроходными. И классно водить машину. А Рубикону приз за самое аккуратное вождение. Так, у нас там аккуратное вождение попало в ДТП. Как-то я сказала не вовремя. Сейчас я вас вызволю из этой неловкости. Абрар, Рубикон. Запутались колесами, господи боже. Это вообще не сложно. Вот так вот пошел вперед. И ты тоже выбирайся, выбирайся из компоста. Вот, прекрасный круг мы с вами сделали. Куда мы пойдем дальше? Я хочу ходить по тени. Виктор Петрович, спасибо огромное. Я сегодня получила от вас приветик. На Сберкарту. Спасибо большое за то, что поучаствовали. И поддерживайте меня. Так, сейчас. Моментик.
Все, пошли теперь. Я готова идти дальше. Я пошла искать домру. Я думаю, она торчит на внутреннем дворе. Сейчас все идут за мной. Очень неудобно в эфирах колясок ходить. Приходится ходить спиной постоянно. Иногда спиной я задеваю провода всякие головой. Вот. Стоит пройти мимо моего корпуса, они меня слышат и начинают сразу же приветственно орать. Где домра? Я ее ищу. Там где-то ходит. Чего такое случилось? Что, Дим? Мы можем поговорить, сколько ты перевела за этот корпус? 7,5. А что? Какие-то новые данные? Они хотят больше? Ну, а третий в два раза меньше, чем все. Хорошо, я им докину, Дим. Ну, напечатаю сейчас денежку, пойду и сразу докину. Да, так и передай. Так и передай. Нет, из офшоров надо вывести. Дим, откуда не, будем давай, выводить? Из Швейцарии или с островов? Я просто достану из пачка золотого унитаза. Там Господи, наш... сколько у нас вариантов. Домра, я так и знала, что ты там около баков чахнешь кормовых. Нет, тут очень громко, я не могу тут находиться. Сейчас не надо здесь ничего снимать, здесь солнце. Иди в тенек. Ну, в общем, я пришла домру искать, я ее нашла и пошла вот дальше по кругу. А Вафли там ямку свою копает. Сейчас я вам покажу его любимую ямочку. У нас, видите, виноград расцвел. Ты уже прилег здесь, да, молодец, мой хороший мальчик. Как тебя сфотографировать надо еще? Каким-то образом надо ухитриться тебя в этой позиции защелкать. Вафелька, посмотри на меня, красивый пес. Да, да. Молодцы, ребята. Трепетные колеснички. Да, трепетные колеснички очень. Рубикон, ты чудесная колесничка. Они все у меня волшебные единороги. Вафелька, вылезай, ты очень смешной. И он, смотрите, он вибрирует всей своей тушкой. Всей своей жирненькой тушкой вибрирует собака. Называется, нагулялся пес, накопался ямочек. Но домой он еще не хочет. Если бы он хотел домой, он бы, вот видите, там абрар нюхает мусорный мешок. Вот абрар уже, в принципе, готов идти домой, а этот еще нет. Он готов копать ямку, но перед этим хочет отдохнуть. Вафлюша, Вафлюш, ты прилег. Ты мой хороший. Вафелька, прилег. Прям посреди работы, посреди рабочего дня. Лег на отдых. Пошли. Все, пошли. Да, да, здравствуй. Я тоже тебя люблю очень. Рубикон, давай еще кружок и по домам. Жара капец. Рубик, давай еще один кружочек и по домам. Давай, я обещаю один. Рубикон устал уже. Пошли, ребят. Пошли, почухали. Умничка, пойдем. Вот какие вы громкие, а? Дратути. Драйте. Еще рыльце. Да, у вас ощущение тоже, что вас сейчас собака понюхала? Я думаю, это всем доставило сейчас удовольствие. Пойдем, Вафля. Все, один кружочек и домой. Давай.
Пойдем, пойдем. Слепнир где-то залип. Мне кажется, он тоже около баков сейчас, около забора. Вот я отошла от вольеров, сразу такая тишина. Вот на пильве коляска украинской фирмы Фрикештаг. Она очень удачная и она долгоиграющая, то есть он уже сколько лет на ней. А все остальные, ну на Рубиконе не мобайловская сейчас коляска, а все остальные вот синие колесницы, это колесницы фирмы Walking Pets. Я на них подписана, конечно. Это американская фирма, одна колесница на среднюю собаку. Средняя собака — это вот все мои, все они считаются средними собаками. Одна колесничка стоит с доставкой в Россию порядка 320 долларов. Ну, это не великая цена, с учетом всех прелестей, качеств этой коляски, живучести коляски, удобства, возможность ее подстраивать под собаку очень легко, без дополнительных инструментов, там без всяких ключей, гаек, отверток и плоскогубцев. Там не ржавеют фастексы, они очень хорошо защищены, там туда не попадает ни песок, ничего. В общем, да, кстати, вот на Фрикештаге тоже фастексы защищены. И в частности, благодаря этому она такая долгоиграющая, потому что у Animal Mobile-овских они не защищены ничем, они очень быстро ржавеют. Да, я понимаю, конечно, можно сказать, что нужно за коляской правильно ухаживать, там не оставлять ее под дождем, но сори. Туда также забивается очень легко песок, и от этого уже, ну, сложно найти этому объяснение такое, что, ну, типа, не забивайте песком. Нет, извините, коляска у нас часто стременами, пока одеваешь собаку на улице, стоит в песке, и также она забивается очень легко снегом. В общем, а снег еще и промерзает. В общем, порой бывает так, что сбрую одела, она не застегивается в коляску. В нашу отечественную, все это очень неприятно, потому что спинальник в это время вырывается, он хочет бегать, писает, какает одновременно на тебя при этом. А еще фастексы отваливаются, колеса отваливаются прямо на выгуле. В общем, так, минусы у отечественного автопрома есть. Ну, я надеюсь, что ребята будут развиваться и минимизировать такие случайности и случаи на выгуле. У нас просто и в прямом эфире отваливались колеса. Это, поверьте, это не была запланированная акция. Шайбу под эти колеса я неделю на стройрынке прошу купить обычно, потому что на нашем стройрынке их не продают. Они в каком-то ограниченном количестве. На Walking Pets ничего никогда не отваливалось. Через 3 года эксплуатации один раз у Лаки колеса не отвалились, а разболтались. Можно было поменять колеса просто. Мы поменяли всю колесницу. Как раз ей тогда Фрикештаг прислал в подарок колесницу, на которой сейчас Пильве. Она больше Пильве подошла, чем Лаки. На ней он хорошо очень гоняет. И, ну, Пильве просто очень сложной конструкции, сам по себе пес. У него передняя часть очень хорошо развита, а задняя настолько усохшая, что как будто бы ее нет. То есть, ну, такое ощущение, что полсобаки. Когда ты ставишь на коляску полсобаки, не на каждую собаку, не на каждую коляску она встанет. Поэтому мы подобрали ему опытным путем коляску. И это оказалась колясочка Фрикештаг. Он постоянно в ней, он всегда в ней гоняет. Вафлюш, пойди сюда. Вафлюша, Вафь! Ну ладно, говорит, подойду к тебе. Да-да, я тоже тебя люблю. Рыльце на меня лезет. Ой, в кадр прям. Вот очень трепетное рыльце. Не знаю, видно вам его? Мне не видно, мне солнце в глаза светит. Так, аккуратнее все, на меня насели. Ну, теперь практически у каждой своя коляска, благодаря тому, что нам несколько людей подарило колесницы перед Новым годом. И сразу после, ну, сразу после Нового года, когда вот я начала рассказывать про плюсы и достоинства вот этой вот синей коляски из Штатов Walking Pets, то нашлись меценаты, которые нашим собакам додарили до нужного количества колесницы. Ну, еще одну я заказала. Вот. Так что сейчас у всех есть коляски. Не, ну, у некоторых отечественные все еще. Ну, просто не выкидывать же отечественные коляски.
они нормально эксплуатируются, они отслужат свое, и тогда мы их заменим уже на американские. Тем более вот Рубикон, она, например, подходит. Хотя Рубикон на любой коляске хорошо катается. Но Рубикону лучше, когда колеса высокие. То есть он у нас пес длиннолапый, и он любит, когда колеса повыше, вот как сейчас. Ахтунг, да, Вафельку Ахтунгом назвали. Не, ну характер-то у него, дай боже, конечно. Но выбор имени был сложный. Ну, в смысле, не как это, нетипичный, оригинальный, креативный выбор имени. Ахтунг в клинике. Собаку зовут Ахтунг. Я еще зоотакси, помню, объясняла. Говорю, вы только не удивляйтесь, вот вам в клинике надо будет забрать собаку, но он там записан по имени Ахтунг. Ну ладно, окей, все пережили. Спинальники гуляют на коляске каждый день, кроме плохой погоды. Когда дождь, когда холодно, промозгло, когда снег, там метель какая-нибудь, или когда слякоть сильная, они не гуляют, я их берегу. Потому что они у нас организмы очень трепетные, сами понимаете, вот, допустим, у Рубикона это была последняя болезнь, больше ему лечиться нечем, у него больше нет антибиотиков, никакого выбора, и если он заболеет, то, собственно, ну, понимаете, да, исход будет плохим. Это связано со спинальным организмом, с резистентностью к антибиотикам, поэтому собак-спинальников я берегу от всего. Вот, с учетом того, насколько чисты у них, в принципе, по их конструкции, да, циститы и проблемы мочеполовой системы, подхватить цистит в плохую погоду, простудиться в плохую погоду, подхватить цистит из-за соприкосновения с грязью легко, легче легкого, а потом лечиться, а потом у нас привыкание к очередному антибиотику, а потом лечиться будет просто нечем. Поэтому спинальники гуляют в адекватную погоду. Конечно, я стараюсь их выпускать практически каждый день. В теплое время года, ну, то есть летом, когда дожди только не выпускаю. Ну, когда дожди, знаете, я и не каждую собаку обычную выпущу. Вот. А зимой они гуляют тогда, когда я чувствую, что погода позволяет, хорошая, не морозная, ничего. В минус 15 они тоже сидят по домам, у печи греются. Привет Гуфи и Айзи. Привет лисяточкам. Нет, Рондочка уже погуляла. Я ее нафоткала. Вот, Рондочка уже погуляла. Я говорю, что у меня даже первый эфир был с сильной задержкой. У нас полвыгула прошло, пока я подключалась, деньги переводила на счет. Вафля, ты снова решил полежать? Вы только посмотрите на него, а. Нашел себе тень и лег, лежит, отдыхает. Ну что, домой пошли? Домой? Эти снова меня услышали. И снова запели, господи ты боже. Прости, господи. Так. Вафлюш. Ваф. Ну, Вафлю, ну посмотри. Ладно, нормально. Креативный кадр. Пойдемте, пожалуйста, по домам. Проследуйте, пожалуйста, домой, ребята. И Рокот торчит, как всегда. Злобная ты скотина. Не-не, спинальки гуляют ровно столько же, сколько и другие собаки. Их, господи, как сказать... Их возраста, ну, возраста, силы, выносливости. То есть собаки гуляют по-разному, старики гуляют мало, гончие гуляют там часа по три. Ну, по-разному, разные собаки. Спинальники долго гуляют, вот я гуляю их все утро уже. Просто я вижу, они же в разную погоду приходят тоже по-разному. Если им жарко, они приходят и утыкаются в двери. Сейчас громко будет, когда я туда зайду. Поэтому я сейчас доотвечаю на вопрос. Вот, если жара не стоит, они могут гораздо дольше гулять, и я их начинаю загонять тогда, когда они стоят уже у двери, и все показывают всем своим видом, что они пришли домой. Господи, ничего не вижу. Если туда обойду, чтобы прочитать. Лисий эфир хотите? Ну, смотрите, сегодня лисьего уже не будет, потому что сегодня был спинальный. Все-таки как-то надо дозировать.
У меня очень сильное ограничение по интернету, я же потом все эфиры еще заливаю на YouTube, и у меня трафик летит. Каждый день по интернету я плачу, ну, за интернет, за то, чтобы вам предоставлять контент, я плачу по 210 рублей. Вот у меня так, у меня тариф Мегафон, я не могу его поменять, хотя мне сделали предложение поменять тариф, но для этого нужно ехать в офис Мегафон, но я не могу сейчас поехать, ребят, я не выездная. Я здесь с собаками должна сидеть, поэтому, ну, когда я поеду в город, возможно, я смогу заехать в Мегафон и что-то там придумать с тарифом. Но пока мне все это дело обходится очень дорого, ну, больше 200 рублей в день. И плюс еще Wi-Fi, который, к сожалению, Теле2 ловит не всегда. Вот сегодня Wi-Fi Теле2 не ловит, хотя погода очень хорошая. Так что чем больше эфиров, тем, ну, к сожалению, дороже это стоит. Я сейчас не в том финансовом положении, чтобы, ну, то есть мы совсем сейчас в режиме экономии прям вообще. Поэтому лесь эфир будет, ну, на днях. Будет обязательно. Лисий эфир я бы сделала с платным входом, но такого, к сожалению, сделать нельзя, потому что мне надо как-то собирать настройку. Вот платный вход 10 рублей за вход на эфир. Тогда бы мы точно построились бы. Прям построили бы даже не одну секцию, а две, я думаю. Но надо подать такую идею разработчикам Инстаграма. Ладно, все, пошли. Пошли по базам. Рубикош, осторожно, камни. Только Рубикош идет в спальню. Ты понял? Сейчас он запрется к себе в зал, и что я буду делать? Пойдем, пойдем. Солнце, пойдемте. Ну вот, такой возможности нет у платных эфиров. Потому что как-то надо строить. Выкупить-то мы выкупим, но жить-то им где? Же надо. Ладно, они на старой земле там прокарантинятся, но месяц они могут подождать, пока мы будем строить. Но это вообще, они уже более-менее взрослые, то есть это уже далеко не самые крохотные щенки, какими были Алдуин там и Протурнакс. А, это уже собаки, хотел сказать, размером побольше. И, ну, они будут в зале там громить все, пролезать везде. Не очень хотелось бы их надолго туда сажать. Поэтому нужно как-то быстро строиться. Ты довольный. Ну, у нас даже все, ну, не начинается. Даже до закупки дело не дошло, потому что мы не понимаем. Закупка это 1020 сразу. Ну, пока что нет такой возможности. А то и больше. Это сразу надо. Это и заливка, и доски, и металл заказывать. Что ты вибрируешь? Охраняет, корм охраняет, молодец. Лавруша охранный песик. Охранный песенька Лавруша. Так, так, так! Скотобаза, блин, собаку не дает погладить. Какой же ты вредный пес-то все-таки. Вот сложно, сложно с ним жить. Ему сложно живется с таким характером. Даже у меня характер лучше. Кошмар просто. Дима, мы собираемся домой. Помоги. Ну, настройку надо денег дофига. Вот я показывала, говорила в сторис, лисятник первый стоил нам 500 000, второй 300 тысяч. Первый лисятник это 4 секции. Вот мы хотим построить одну. Дим, 500 тысяч раздели на 4. Ну. А зачем ты такие вопросы в прямом эфире задаешь? Потому что мы рассчитываем стоимость одной секции лисятника. 125 вроде. О, у тебя с математикой окей. Ну вот, 125 тысяч вроде, как сказал Дима. Пример, порядка 100, ну, порядка 100 тысяч с бонусом. Ну, это же еще и рабочим платить, и доставки, и так далее. Невозможно сейчас посчитать. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо.
Стены были общие. Ну. А если делать один? Ну, секцию, ну сколько? Пристройку делать. Я не знаю, Дима, а металл дорогой, а бетон дорогой. Ну 100 тысяч точно. Новый, а крыша, а поликарбонат. Будем строить. Как бы там непонятно пока что, сколько это будет. Ну ты можешь прописать? Потому что, надо как бы я говорю. Ну, съезди, пожалуйста, спрашивай. Отправь Леху, пусть. Не поедет он, не дай поеду, съезжу. Ну съезди, пожалуйста, нам надо уже начинать как-то озвучивать. Ну, потому что человек говорит, нам нужно построить. Сколько сказать не можем. Это у тебя для ручек, да? Да, для ручек. Ну, не меньше 100. Не меньше 100 или... Не, не меньше. По-любому. Не меньше 100. Мы же как бы из мусора строим, да? Ну, одна какая секция вообще. У нас в секции помещается... 10, ну не то, что помещается, комфортно живет порядка 10 чё? Лисиц. Ты имеешь в виду большую секцию? Нет, Дим, я имею в виду одну секцию. Дим, у нас 4 секции песцы и 3 секции по лисам. У нас сейчас 4 секции. Ладно. Вот мы по-разному селили, там было, ну, этот вольер чернобурый, там 8, потом они перемешались по разным вольерам, там зашли лисы из соседнего вольера. В одном вольере было даже 13, мы потом их расселяли по остальным вольерам. Но я считаю, что комфортно на 25 квадратных метров будет житься, ну, порядка 7 животным. Чем меньше, тем лучше. Но мы теперь в этом году будем строить немного по-другому. Мы хотим делать секционки. Дим, сейчас Рубикон зацепился. Лап, чем он зацепился? Значит, мы хотим строить секционки, чтобы там жило по три животных. Ну, вот три животных, чтобы не было такой ситуации, как с Бахарой, когда она вроде как жила нормально, а потом она вошла в конфликт со всеми и пришлось ее отсаживать. Также со зверофермы мы должны учитывать, что мы забираем животных, которые будут абсолютно точно подвержены и, возможно, носителями, возможно, заболеют энцефаломиелитом, вот этим вот пушных зверей. Потому что на ферме это заболевание уже 10 лет. Ну и наши животные болели. Мы просто были к этому не готовы и не знали об этом, когда выкупали прошлых. Сейчас мы об этом знаем. Это будет означать, что у кого-то, возможно, начнутся приступы, их надо будет отселять отдельно. В общем, методом мозгового штурма с мужем мы пришли к выводу, что строить секции на 10-13 лис – это, ну, не очень правильно, потому что животных не нужно держать в такой скученности. Опять же, потому что если у кого-то начнется приступ, все остальные животные могут среагировать и начать нападать на больное животное. Поэтому их нужно разделять. Лавруш, ты всех уже отогнал оттуда, поэтому их нужно разделять по трое. У нас есть схема, вот как мы будем делать вот этот вот один 25-метровый. Господи, почему пулер там на крыше, боже. Одну 25-метровую секцию и будем ее разделять еще на несколько подсекций. В каждой строить будки, домики, лежаки, вигвамы. Сейчас я пройду, где громко, и расскажу дальше. И селить туда по 3 лисы. Ну вот по выкупу еще скажу. Пока я планирую выкупить 5 с перспективой выкупить еще кого-то ближе к августу. Ну как пойдет, ребят, я не могу сейчас вообще ничего говорить. Стационары меня высосали. Сначала платила по 60 тысяч в сутки, потом по 50. Это длилось неделю. Ну, я до сих пор должна денег, и еще за Варду на сегодня не расплатилась. Я не могу думать о стройке. Мы еле-еле осилили вот эти два несчастных отсадника для Бахары и Маймы. Это для меня уже были деньги. Потом мы покупали вот этот вот рев-контейнер для хранения рыбы, потому что рыбу надо где-то хранить. Естественно. Ну, и вообще, осень... Ой, господи, зима-весна были тяжелыми в плане здоровья животных, и, ну, просто под ноль. Под ноль и в минуса меня выставили. Ну, я не могу даже какие-то планы строить. Я все говорю, что вот хочется спасти, ну то есть содержать-то мы можем, а вот построиться, взять и выложить там единократно 100 тысяч прямо сейчас, ну нет у меня. Даже начать не могу сейчас. Чтобы начать, это влезать в долги, а мне надо сейчас долги раздать, те, которые по клиникам еще.
Вот я Оле должна 10 еще. Сегодня не знаю, сколько заплатим. Ой, спасибо огромное. Да, действительно, правда, я в директе не читала. Спасибо вам большое за подарок. Буду красивой ходить очень. Здорово, просто кайф. Спасибо. Что-то я собиралась домой, мы как-то домой так и не пошли. Ну ладно, пошли домой теперь, все. Разворачиваемся, идем домой уже теперь точно. Тем более у меня на телефоне 10%. Нам еще эфирчик сохранить для вас. Тут, понимаете, хочется разорваться. Мне нужен медблок сюда, на территорию собак. Очень много... Ой, у меня бывает животных, которым нужно уделять особое внимание по здоровью. Это и какие-то постстационарные животные, постоперационные животные, просто сложные спинальники, которых, ну, хотелось бы держать отдельно. Капельные собаки, старики капельные, на инфузиях которые, хроники, эпилептики, которых нужно отделять на время их обострений. И я мечтаю о медблоке. Мы уже даже продумали, что это будет одноэтажное здание, никаких вторых этажей, ну, не тянем вторые этажи уже. Вот, пусть это будет одноэтажное здание, но оно будет похоже на стационар. То есть там будут кафель, там будет то, никакого сена, нормальные полы, помывочная мойка, собака-мойка, будет горячая вода, обогреватель, водонагреватель туда поставим. Такой вот план тоже... 500 000 минимум, ну, я имею в виду с начинкой, то есть там с вот этой помывочной, с подведением воды, с электричеством, постановкой печи, ну, точно будет стоить этот вот проект медицинский. Но, знаете, вот я в спальне, когда капаю собак, конечно, это тяжело. То есть там у меня везде эти гвозди под капельницы, собаки капельные лежат, другие собаки им периодически растворы сдергивают, потому что ходят там. Ну, в общем, мы в военно-полевых условиях живем, как вы знаете. И у нас, конечно же, стационара как такового нет. И вот мы мечтаем построить, вот сейчас вам покажу где, вот этот вот длинный корпус вот здесь. Вот прям вот отсюда, вот туда, метров 9 мы считали с Димой где-то. Вот так, вот где вот все вот это вот пространство, не задевая берез, вот туда вот все это, и вот сюда его поставить как раз. Такой длинный одноэтажный корпусок. Мне кажется, это отличная идея, и она должна быть реализована, просто неизвестно когда и какими средствами. Все, на базу, ребят, все. Веспасян, наверное, тебе надо, чтобы ты не передрался сейчас ни с кем, или первым, или последним. Он пошел унижать в Лигифортис. Он прям охотится на нее, видите, он голову низко опустил. Да, да, пошел, я вижу, зай. Мы пока попрячемся. Все, ребят, всем спасибо, пока. Эфир выложу на YouTube.